Давайте удачи, мужики. Болеем. За вас. Спасибо. Женя, адресатор ресторана Павел, Тарантино, да? Задание-то, блядь, скажи нам. Что там болельщиков полный этот самый? Это Юшка играет. Да, это Юшка играет с прошлым годом отборный. Смотрите, мы третий год в финале. Один раз осечку дали. Из двух предыдущих раз. Как бы у всех уже есть определенный опыт игры. Все настраиваются самостоятельно. Я как бы там каких-то рычаг не толкал длинных. Думаю, все понимают важность этой игры. И я только вот одно хочу сказать. Сегодня бояться соперника, бояться ошибиться вообще не нужно. Просто забудьте от всего. Вы вышли играть и покажите, что вы лучшие. Короче, ребята, выйдите сегодня и покажите, кто лучше здесь, кто лучший. А лучше здесь мы. Я думаю. Ладно. Нет, давай все это, ребят. На самом деле, Андрей правильно говорит, у нас как бы такой шли-шли весь сезон к этой игре. Но я думаю, никто не хочет за бортом остаться медали за золотых. Поэтому сейчас надо все силы, все свои эмоции дурацкие оставить здесь, и все силы вот, отдать на поляне. И как бы сильно это говорить, в принципе, нечего, так это поддержать вас. А можно в другой раз, а? Ну настраивай тренер. Ну что ты, куда я пойду? Лазутчик. Закрывай его там. До конца игры. Не отвечаем на грубость, играем в свою игру. Каким бы счет там не был, дай бог, он будет наш пользу. Надо сделать так, чтобы поиграли все три состава. Соответственно, это надо внести в счет. Вот. Там не обижайтесь, если кто-то будет там меньше играть, кто-то больше. Я думаю, всем нужна победа и всем нужен результат, как и конечный. Вот, вратарю, опять же, не давайте не будем играть, как вот сыграли полтора периода с командой для этого. Есть момент. Бросайте в ворота, бросайте. Кто у нас нападающий не по углам, не надо там обсекать углы. А закрывайте вратаря. Потому что вратари, в принципе, а вот Илья не дал вставать. Нормальный вратарь от синей линии не должен пропускать, если его не пропускает. Если пропускает от синей линии, прямой, это уже дырка. Ну, уже не вратарь. Это уже не вратарь, так скажем. Даже на этом уровне надо двигаться. Поэтому... Андрей! Тут надо... А, Андрей! Тут надо всем... Платиться кулаком один и биться до последнего и забрать этот чертов кубок. Че, скажешь что-нибудь? Нет, потом. Да. Перед игрой. Пойдет. А вот здесь. Лед залили, команды выходят на разминку. Давай. Всем привет, нахуй. Сегодня финал. И мы будем просто рвать, нахуй, всех. Болельщик Алтайских Волков, бывший игрок ее, да, может, еще и будущий. Как фишка ляжет, да? Да. Да. Пока болит колено. Алексей. Вот такие у него прогнозы. Счет? Счет 3-1. 3-1? Ну, ладно. Хорошо. Не, ну их меньше, их 11 даже. Да. Ну. Команда хорошая. Их? Ну, меньше всех получается. Ну, ниже 100, ниже 100. Ну, посмотрим все.
наверх запрыгнули. Первые пятерки готовы к бою. Все, игра пошла. Один ноль, волки повели. Еще надо, мужики. Они маленько подсели чуть-чуть. Молодец, Каха! Подкрикивайте друг другу, вот сейчас момент. Ваня лежал. Вот сейчас момент. Ваня валялся, подпрыгни его. А я вот здесь стою. Ваня меня еще не волнует. Только защитники, доставляйте шайбу на ворот. Пацаны, высоко не бейте, прошу. Не выше колена, и все, отскок будет сразу. Он ловит, прожимает. Второй период, счет 1-0. Идут алтайские волки. Вторая пятерка на бросовник. Так. Хорош вратарь. Второй гол, 2-0. Вторая пятерка забивает. Молодцы. Остались серые. Свеженькие вышли и забили. Ах ты! Чуть-чуть не забил, еще один. Пока у волков получается неплохо. А, никого! Да ладно, не слышит все равно. Сейчас накушается где. Ах ты, штанга мне! Альберг отбился. Да, сегодня борьба идет серьезная. Хорошо, хорошо, Женя. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот у тебя поле. Антон, где Антон? Вы что с Женькой в одном месте катаетесь? Вова, слева сейчас были вон там. Справа, свободно. И вот Кирилл, вот хорошо. Двигай, 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 двигай. Центр, центр. Да, пока Айсберг ничего не может противопоставить. Ах ты!
Нихуя. Кирилл Бобков. Красиво. Ах ты, а, чуть-чуть. Блядь. 10 сантиметров влево и все. Бля, сейчас на контратаке пропустят. Отдай, меняй! Ой-ой-ой-ой-ой! Куда поехал, захотитесь, блядь? А, хорошо! Давай, хорошо! Ой-ой-ой-ой-ой, булит! Смотри, что делает! Спокойно! Чудо хуйня, блядь! Булит, надо. 10 минут. Противник в панике. Восьмой номер, Яков. Восьмой номер, 10 минут не должен выходить у них. Ну до конца второго. И три минуты. Третьего. Делай. Так, капитан команды бьет. Не попал. Ладно, бывает. Андрей, что за булит, а? Все, блядь, должны леворуки, но на ловушку бросай сюда. Пока мы в меньшинстве. Ты туда, где он? Ваня. Когда Кирилл идет, а, хорошо. Еще бы попал. Он попал в ногу. Ну. Хорошо. Проброс, время идет в нашу. Да, сейчас. 20 секунд наших. Это вот ты даешься вообще на подпиздец. Хорошо! Фига он толкает. Да, вы видите? Команда готова отыграть последние 20 минут. Надо выстоять. По 4 смены стоят играть. По 4. Налодчики по 4. 3-0. Хорошо, парни. Налодчики. 3-0 алтайские волки ведут. Забивает третья пятерка. Жека, да ты? Красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох ты. Спину толкает, блядь, а? Ах! Ах ты! Ай-яй-яй-яй-яй! Борьба идет нешуточная.
Хоть еще 2-3-0. Айсберг не сдается. Блять, сбили. Сбили еще одного. Да вы что, блядь? Давайте, мужики. Опять в большинстве алтайские волки. Четвертый гол алтайские волки. Третья пятерка, да? Ну я думаю, за 7 минут 4 они не должны отыграть. По любасу. Нервы у игроков не выдерживают. 4 на 4. Так, наш вратарь на месте. Ах, некому пас отдать. Хорошо, Кирилл. Ну, пятая должна зайти. Промазали! Да, зажали. Алтайские волки зажали айсберг. Пятый гол, 5-0. Все, алтайские волки выиграли, можно сказать. До конца игры 5 минут. Красавцы, красавцы. Поехали, поехали, не расслабляйтесь. 4 на 4. Еще гол забили алтайские волки. Альберт хочет забить гол престижа. Давай, скажи что-нибудь хорошее. Не буду. А что ты? Я стесняюсь. Да ладно, что ты? Скажи что-нибудь. Нет. У игроков бери, я-то что. Ну вот и забивает гол капитан команды. Егорка. Молодцы, счет 6-0. Давай, скажи что-нибудь. Хоть за булит реабилитировался за свой, да, поганый. Да, булит не забил. Ну скажи что-нибудь хорошее. Ну что, вылез, бросил. А вот нет, что такого? Я думаю, теперь победа. Должна быть. До конца 2 минуты осталось. Команда «Алтайские волки» празднует победу! Красавцы. Второй раз за 3 года алтайские волки берут кубок Алтайского края среди любителей. Счет 6-0. Давай, Лех, скажи что-нибудь. 6-0. У меня слов нету. Просто нету слов. Я верил в них, нахуй. Да. А ты говорил, что 4-1 или как? Да, сказал. Ну вот. А что? Ты ничего ошибался. Молодцы, алтайские волки. Чё Илья! Илья! Эту? Не остаешься. Да. Выбери его. Все, помехи. Молодцы. Люди уже держал этот кубок. Это да. Да. Знакомый? Алтайские волки, смотри. Глянь, сюда еще Алтайские. Это Настенька, это прошлогодний? Да, это позапрошлый. Вырезайте. Не надо, не ломай. Не надо. Можно, не ломайте. Да, если мы поменяем, я бы проиграли.
Без твоего нашатыря хер бы мы взяли! Жуков, Олег, еще кто-нибудь здесь? Команда готовится к фотографированию. Садимся, садимся. Можно налет, конечно, вот так вот. Иди, да, я сюда оставлю. Саня, Саня, тренера по тысяче скидывай. Если на Илюху, встань там. Так ты высокий, блядь. Смотри, чтоб все влезли. Все, прямо в нее. Отвечаешь? Отвечаю. Давай. Ну-ка, давайте. Первые! Трехкратный бит. Дай ему все повешать. Кто хочет дальше? Давай. Надо с двумя, да? Илюха, смотри. Давай, быстрее, он тяжелый. Давай, быстрее. Надо кубок, да? Ну да. Сейчас едем домой после игры. Тут один из героев матча Евгений. Хорошего. Впечатления свои расскажи. Слава богу, порвали их без проблем, как я и думал. Маленько по уровень команды пониже. Как вот они добрались до финала, скажи? Ну как вот. Вот так. Повезло ребятам? Везло в некоторых моментах. В некоторых моментах другая команда не готова была. Вот так они и прошли. Ага. Так. А как сама игра? Начало игры, середина игры? Ну, начало игры, как бы у нас, как всегда, были моменты, ну, что-то мы как-то это... Они еще были более-менее живые. Они подсели, и все, и мы... А видно было, взяли. Перед тем, как вы первый гол забили, прям видно было, они немножко подсели. Да, прям, да. Со стороны видно. Да, и в две пятерки играть все равно, извините. А после третьего гола у вас уже, конечно, пошла... Да. Успокоились, игра пошла. Да, все спокойно уже. Да, пасы... Спокойненько, да. Ну, были в переломные моменты в первом периоде, там два момента было, не дай бог бы забили, да, начали бы плыть. Ну ничего, выстояли, выдержали и все. Да, там были моменты, что нам тоже везло. Да, согласен. Так что, ну так-то они, я смотрел, начали жестко, прям жестковато. Да, и второй период они хорошо начали, когда вроде и счет уже был. Но... Как тут тебе свет включить, а то не видно. Да куда-нибудь сюда сдвигайся. О! Расскажи. Во втором периоде, я считаю, все и решилось. Ну, счет был 1-0 еще, да? По-моему, 1-0 был, да. А потом, когда второй? Начали они это бодро. Угу. Второй период. И мы выдержали этот отрезок. И переломили ход игры. Ну да, где-то везло, да? Ну, естественно, это игра. Ну да. Конечно, есть моменты и в нашу сторону, и в их сторону. Вот сейчас свое мнение Антон высказал. Нападающий Волков. Ну вот так вот, ребята. Ну и слава богу, что все хорошо заканчивается, да? Не зря играли весь сезон, молодцы. Поздравляю вас еще раз всех. Красавцы, что скажешь? Да, молодцы. Спасибо.